Чем пахнет? А, Эджи Рок мой горит. Всем привет! Хоть и неформально для всех обстановки, сообщаю тем, кто следит за проектом «Сбросить лишнее», о том, что на выходных в читательском голосовании была спасена Екатерина Рукина. По двум остальным номинантам решение примет тренер. Здравствуйте, дорогие участники, дорогие зрители. По итогам голосования один участник был спасен, и осталось выбрать между Римой и Анной. Остается Рима. Проанализировав работу их на тренировке, проанализировав их результаты, выпал пал на Риму. В связи с введением строгих условий карантина мы вынуждены самоизолироваться. Но наши бойкие участники не готовы рано сдаваться. Поэтому теперь они выполняют упражнения с помощью онлайн-тренировок. Привет! Карантин и самоизоляция не причина толстеть. Поэтому начинаем тренировку дома. Спорт наше все. Соблюдаем все меры предосторожности, выполняем все спортивные нагрузки. Выехали за 70 километров от Воронежа для того, чтобы не заражать людей и не заражаться самим. Бежим! Всем привет! Главное не набрать лишнего.